Севастополь с архипастырским визитом посетил правящий архиерей Симферопольской Крымской епархии митрополит Лазарь. Владыка по установившейся традиции в первые дни поста совершает богослужение в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе. Вот и в этот раз архипастырь завершил чтение канона преподобного Андрея Крицкого, возглавил служение литургии прежде священных даров и напутствовал горожан на продолжение великопостного подвига. «Пробудись, душе, восстань из спячки грехов, хватит тебе аки свинье в колу валяться. Восстань, приди к Богу, прильни к Нему своим разумом и своим сердцем, и Он тебя пощадит». Вот такими словами глубокими церковь обращается в душе каждого. Владыка Лазарь совершил литургию преждеосвященных даров в стенах Свято-Покровского собора. Его высокопреосвященству сослужили благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта, настоятель Свято-Покровского собора протоиерей Евгений Шунькин, духовенство Севастопольского церковного округа. Владыка Лазарь поздравил паству с началом Святой Четыридесятницы и пожелал всем, достойно пройдя путь Великого Поста, с радостью духовной встретить праздник Светлого Христова Воскресения. «Постом мы настраиваем себя на молитву, а молитва приводит нас к Богу. Сделаем так, чтобы мы, как выпустили когда-то Христа из своего сердца посредством нашей греховности, так и посредством покаяния пустим его в нашу жизнь, в наше сердце. И таким образом мы почувствуем ту великую радость и благодать, которая будет способствовать нам подготовиться по-настоящему, встретить Его великое, славное воскресение Христа Спасителя. Евгения Константинова, Дмитрий Авдеев, пресс-служба Севастопольского благочиния.